мы сегодня будем готовить с вами кальмары. Купила я кальмарчики, их немного, они маленькие. Шкурку я у них сегодня снимать не буду, буду готовить так. Есть разные принципы приготовления кальмаров, но вот я буду готовить сегодня именно так. Что нам надо сделать? Нам надо предварительно, перед тем, как мы будем их жарить, а мы просто их будем жарить, их надо чуть-чуть промариновать лимоном, лимонным соком. Итак, поливаем. Мы их вычистили всю серединку. Это делается легко, вынимаете, отделяете глаза. Ножки у нас вот отдельно подготовлены. Вот я их тоже буду жарить. Лимончик мы выдавливаем. Я взяла половину лимона. Вот. И порезала продольно, чтобы легче было справляться. И ножки тоже мы лимончиком промаринуем. Это делается для того, чтобы не пахнул наш кальмар. Потому что у него есть специфический запах, но это блюдо нежное и вкусное. Готовится оно очень быстро. Мы промариновали. Теперь нам надо что сделать? Нам надо посолить. Тоже делаем совсем капельку, присыпаем солью, потому что их можно есть и с прикуску с каким-то соусом. Но если соуса нет, то блюдо готово уже к еде, если оно будет просолено. Мы чуть-чуть просолили. И чуть-чуть поперчим. Перец берите свежепомолотый. Я это делаю постоянно сама. Я беру, покупаю перец горошком и сама мелю. Это вкуснее гораздо. Это намного вкуснее. Что мы делаем далее? Мы разогреваем сковороду. Теперь, смотрите. Берем каждый кальмарчик и надрезаем вот так. Середка у нас уже пустая. Вот. Надрезаем мы это для того, чтобы когда он жарился, он не пузырился и эффектным получается он тогда, этот наш кальмарчик, если мы именно вот так вот прорежем по бокам. А так он надувается, ведет себя не так совсем. И это очень эффектно смотрится. Кальмарчики нежные, мягкие, очень маленькие. Можно и с крупными все точно так же проделать, если у вас неповрежденная тушка. Но, естественно, середку надо полностью всю вынуть. Сковородка нагревается. Мы боковушки прорезаем. Вот. У нас кальмарчик уже промаринован. Мы его прилили лимоном. Кальмары жарятся абсолютно по-разному, готовятся абсолютно по-разному. Но вот один из самых простых принципов – это вкусно. Это деликатес. Сковороду чуть-чуть убираем. Я имею в виду газ. И последний кальмарчик. Мы сегодня кальмарчики будем присыпать чуть-чуть крахмалом. Когда вы хорошо их вымыли, кальмарчики, обязательно почистили когда, но шкурку оставили, обязательно надо хорошо бумажным полотенцем всю влагу убрать. По-любому влага у них остается. И теперь сюда же наши ножки, которые у нас остались. Они уже промаринованы и просолены, и поперчены. Теперь что мы делаем? Расправьте на доске их всех, чтобы присыпать крахмалом. Вот. Берем ложечку. Подготовленный крахмал. У меня сегодня кукурузный. И вот так через ситечко чуть-чуть присыпаете крахмал на кальмарчики. И на ножки тоже. Перевернуть надо. Растапливаем на сковороде
2 столовые ложки сливочного масла. Продолжаем посыпать кальмары крахмалом. Немного, буквально чуть-чуть. Но с двух сторон старайтесь это сделать. И выкладываем каждый кальмарчик на растопленное сливочное масло. Самый простой принцип приготовления кальмара. И я считаю самый вкусный. Ничего лишнего здесь нет. Чуть побольше газа дайте. Закончим с ложками. Выкладываем их сразу же тоже на сковородку. Жарятся такие кальмары, 2-3 минутки, не больше. 4 максимум, это уже много. А давай сегодня кальмарчики мы наши будем. Я с кимчи. Насыпала спиралы кимчи. Это вкусно, это пикантно. Соуса я подавать кальмарам сегодня не буду, потому что у нас они предельно будут вкусные из-за лимона, из-за лимонного сока и масла сливочного. Подготовили соус. Обратите внимание, как идут себя кальмарчики. Если бы они не были надрезанными, они бы уже были пузырями покрылись. А так они вот такие становятся красивые. Подержите чуть-чуть лопаткой или, как у меня, щипчиками. Вот. Они становятся румяными, красненькими такими. Переворачивайте ножки. Ножки тоже быстро очень готовятся. Подержите капельку, когда он загнулся в кальмарчик. Вот, в сковородке. И в этом сливочном, получается, от масла соусе, они очень вкусные. Нежнейшие и вкусные. К тому же, это у меня еще молодые кальмары. Но любые кальмары будут так себя вести, и на вкус они, ну, не разнятся. И нет неприятного запаха кальмара от лимона, от лимонного сока. Лимонный сок полностью убирает запах. Они капельку брызгают, это не страшно. Ну и сегодня у меня белая тарелочка, на ней будет очень красиво смотреться. И кимчи. Кимчи у меня из грубой и из петинской капусты. И вот эта гармония, такие в сливочном соусе, ну, в сливочном масле жареные кальмарчики и плюс кимчи, это просто вкусно. Переворачиваем там, где еще не схватился кальмарчик. Готовые кальмарчики выкладываем на блюдо. А они уже готовы. Он готовится очень быстро. Выключаем газ. Складываем тоже ножки наши, которые мы уже кальмарные обжарили. Вот. И всего ничего. Максимум 5 минут, и блюдо наше готово. Убираем сковородку. И, друзья, сегодня мы готовили с вами самые простые, самые вкусные, самые нежные кальмарчики. Получаются они в масле сливочном с лимонным соком. Я их это делала для этого, для того, чтобы их промариновать, чтобы не было запаха. Очень вкусно, очень доступно. Вот, готовьте так. Спасибо за просмотр. Ну и пока-пока.